Меня зовут Ренат, я снимаю видео для канала Farnax Film. Мы находимся в банном комплексе «Добрая банька». Я вам сейчас покажу пару уроков, как самостоятельно себя попарить. Баня – это одно из самых сильных удовольствий, доступных человеку. И после хорошей бани всегда себя чувствуешь, как будто заново родился. Даже в хорошей бане можно париться как попало и не получать удовольствие. Поэтому этого допускать нельзя. Ну что, начинаем? Сейчас пойдем запарим веники и пойдем греться. Сейчас вам расскажу один из способов, как запарить веники. Мы веники облили водичкой, набрали туда воды, поставили веники ручками вниз. Сейчас накроем пакетиком, пока они запариваются, мы начнем прогреваться. Сейчас мы начинаем прогреваться. Мы создадим аромат парной из натуральных трав. Травы мята перечная. Мята перечная стабилизирует давление и создает хорошее настроение. Сейчас мы 5-6 минут погреемся при температуре где-то градусов 60-65. Потом выйдем, отдохнем и приступим к основному парению. Паримся при температурах оптимальных 60-65, ну, максимальные 80-85. При соотношении влажности где-то 70-75. Сейчас подадим парку и приступим к парению. Здесь начинаем основное парение. Занимаем удобную позу. Паримся лежа, чтобы равноценный прогрев шел по телу. Начинаем прогревать тело. Ознакомление с вениками. Начинается прогревание с ног. Прогреваем венички, чтобы они теплые были. Ноги прогрели, начинаем прогревать тело. Прогреваем тело хорошо. Веники нагреваем, чтобы они были тепленькие. Себя снимаем влагу, все веники стряхнули, ложимся удобно, чтобы не напрягаться. Приступаем к основному прогреву. Начинаем прогревать пятки. Прогреваем ножки, нагреваем веники, нагоняем пару, делаем припарочку. Припарочку делаем теплыми вениками, потом начинаем парить голени, икры. Парили коленочки, начинаем парить бедра передние, парим бедра, пропариваем бедра, нагоняем пару, делаем припарочку, сделали припарочку. Повторяем все то же самое с другой стороны. Начинаем прогревать часть живота. Нагреваем венички, нагоняем пару, делаем припарочку. Припарочка делается столько времени, сколько получается, ну, веники пока не почувствуют, что они стали холодные. Парим грудную зону. Пропариваем грудную зону. Нагоняем пару. Делаем припарочку. Снимаем влагу. Если мучает жажда, можно попить водички. Сразу берем с собой в парную водичку, чтобы не отвлекаться от парения. Ложимся на бок, чтобы было удобно париться. Парим сбоку.
прогреваем спинку. Припариваем крестец. Нагоняем пару. Почему я парю сбоку спину? Потому что это удобно лежа. Во-первых, меньше затрат идет энергии, не устаешь. А веник, он очень гибкий. И если посильнее себя маленько хлопать, веник захватывает часть спины. Здесь проигрываем поясничку. Гоняем пару. Пропариваем руки. Греем руки. Нагрели. Нагреваем веник. Делаем припарочку. Сделали припарочки. Мы пропарили одну сторону тела. Соответственно, нужно проделать то же самое с другой стороной. После парения мы идем на контраст обливаться холодной водичкой. Или можно теплый контраст в бассейне. Сейчас мы познакомились с самым простым способом самопарения. Техник самопарения очень много. Если правильно париться, то от бани получаешь много удовольствия и пользы. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. Парьтесь с удовольствием.